Окей, hello everybody. Hello. Hello. Let's see you on our speaking lesson. We will start now. Today we'll have some text to read and then we'll play games. Okay, so let's start from the my hometown. Мой город. We'll read some texts. So, who wants to start reading? Elina, start. I'm less brown is ni for. Yeah, I was born in Nizhny Novgorod. This is Russian name. Русское название. Nizhny Novgorod. It is my hometown. I have been living here all my life. Let me tell you more about it. It is a very lively place. Lively place. Located in Central Russia. It was 100 in a как это число читается? Какое слово? Вот этого? Да. Ну, 1221. 1221 back then it was said to be a major trading hub. People from all over the country came to Nizhny Novgorod to buy and sell goods. Okay, can you translate? В Нижнем Новгороде, и я там живу. Нет, I was born. I was born. Это я родился в Нижнем Новгороде. Я родился в Нижнем Новгороде, я там. Не, вот это вот hometown. Я не очень понимаю приложение. Hometown – это родной город. Это мой родной город. Это мой родной город. Я жил здесь всегда. Да, всю мою жизнь. Всю мою жизнь. Позвольте мне рассказать позвольте об этом больше. Позвольте мне рассказать об этом городе. Ну да. Окей. Next. Lively – это оживленное. И все там оживленно? Нет, это очень оживленное место. Находится, located, находится. In Central Russia. Внутри... в центре России.
Да, Центральной России. It was founded, founded это основан. Он был город этот был основан в каком? В 1221 году. Back then it used to be a major trading hub. Это переводится как в то время он был крупным центром торговли, major, крупным трейдинг, торговли, hub, это центр, крупным центром торговли, окей. Это people from all country came to Nizhny Novgorod to buy and sell goods. Люди со всех стран приезжали в Нижний Новгород, чтобы продавать. Покупать и продавать. Покупать и продавать это товары. Товары. Точнее, не со всех стран, а со всей страны. Тут country. Окей. Okay. Next. Мартин. А куда начинать? Nowadays. Now it has a population of 1 million, the 1,500,000 citizens. It is the sixth biggest city in Russia. Nowadays, it is a large city with a big center, the suburbs. A lot of companies have their headquarters headquarters. In Novgorod. It is one of the biggest economic center in Russia. Of course. Okay. Окей, продолжай. Ну вот еще вот это вот, и все. Of course, each city has its adventures and disadvantages. Let's start with the adventures. Advantages и disadvantages. Плюсы и минусы. Окей. Translate. Переводить? Да. Сейчас это популярный город, в котором живет 1 миллион 1 миллион и 5. Не популярный. Population это население. В наше время не в наше время, сейчас его как бы население 1,5 миллиона жителей. Это население 1,5 миллиона человек. Этот город занимает 6-е место в России. Угу. Сегодня Нижний Новгород, сегодня город с большим центром. И suburbs. Suburbs что? Suburbs это пригородом. Пригород. И пригородом. И много компаний имеет. Headquarters это штаб-квартиры. И штаб-квартир в Нижнем Новгороде. Это один из самых больших экономических центров в России. К сожалению... Of course, конечно. Конечно, каждый город имеет и плюсы, и минусы. Начнем с плюсов. Да? Окей. Все, Матвей, continue. There are many ways of transportation in Nizhny Novgorod. You can travel by bus, by trolley,
You can even take the underground. Also, Nizhny Novgorod has an advantageous geographical location because it is located between two major cities. Moscow and Kazan. Он имеет много способов передвижения в Нижнем Новгороде. Ты можешь ездить на автобусе, на троллейбусе. Ты даже можешь ездить в метро. Да. Также Нижний Новгород имеет выгодное географическое расположение, потому что он находится между двух, а как переводится? Потому что он находится между двух больших городов. Москвы и Казани. Окей. Next. Элина. Максим. Continue. However, there are also some disadvantages. First of all, it is dirty and noisy because traffic jams. Second, hasn't got a lot of public areas such as parks where you can spend your time with friends. Вот это вот еще прочитай. Third life here is pretty. Expensive and the princess of houses and apartments are cute. And the prices of houses and apartments are quite high. Can you translate? Не знаю, however, обычно маленький. Однако есть и disadvantages. Не знаю, что это. Disadvantages – это недостатки или минусы. Advantages – это, наоборот, плюсы. Первое, что я делал, это чистил. Это было грязное и шумное, потому что traffic jams, не знаю, что это. First of all, прежде всего, город очень грязный и шумный, а traffic jams – это пробки. Шумные из-за пробок. Секунду. Это не было большой паблик, я не знаю, что это вообще. Second – это во-вторых. Паблик – это общественный.
Сач, с больше, наверное, меньше парков, наверное, где ты можешь проводить свое время с друзьями. Третье, жизнь здесь прекрасно. Нет, довольно. Довольно. Я не знаю, что такое expensive. В-третьих, жизнь здесь довольно дорогая. Но... И цены. И даже не знаю, как это перевести. Не знаешь? Нет, не знаю. И цены на дома и квартиры довольно высокие. Во-вторых, в нем, в городе, мало общественных мест, таких как парки. Это то, что во втором было. Так, и тут последнее осталось. Conclusion. Элина. Я тут... Последний абзац. Conclusion. I will try to say that... That they speed. Последний абзац. All the this way this one takes. I like my city because I was born. There and have a lot of good memories of it. Окей, только disadvantages. А что такое disadvantages? Да. Disadvantages – это недостатки или минусы. А advantages без this это наоборот плюсы. In conclusion, это в заключение. В заключение я живу. Нет. В заключение я хотел бы сказать. Я бы хотел бы сказать. Что есть и минусы. Despite вот это вот слово означает несмотря на. А, несмотря на... Минусы? Несмотря на минусы, я люблю мой город. Потому что? Потому что я в нем родился. Да. И всегда в нем жил. И у меня много хороших воспоминаний. И у меня много хороших воспоминаний. Окей. Good. So this was our text. This is our words. So can you describe to me your hometown? Can you tell me about your hometown? Martin. Okay. I was born in Nizhny Novgorod. Я родился в Нижнем Новгороде. Тоже? А, нет, извините. Не, про свой город. I was born in Moscow. It is my hometown. I have been living here in my life. Let me tell you more about it. It's a very lively place located in central Russia.
The city was founded in 1147. Back then, used to be a major trading hub. People from the other country, хотя нет, здесь, наверное, хотя in country came to Moscow buy and sell goods. Так, вот это я не знаю про население. Где? More like you can tell about population of Moscow. Okay. In the... Извините, где мы сейчас читать? Нет, тут не читаешь, тут ты о своем городе рассказываешь. Но вот это можешь как подсказки использовать. Вот тут можешь про население рассказать, про транспорт. No, it has a population. Of. I don't know. Okay, and transport. In the Moscow, lots of transport. This is a cars. Lots of cars. And cars. Почта воздуха, как сказать, в Москве. Окей, that's all? Так. Of course, each city has its advantages and disadvantages. Let's start with the advantages. Cars. Lots of cars, которые портят воздух, я говорил. Я забыл, как портят воздух. I think this is a very, very small advance. Нет, не advance как-то. Disadvantages. Adventures. Moscow is a very beautiful town. In the Moscow, very beautiful. Достопримечательности, как сказать? Sightseeings. Как? Sightseeings. This is very beautiful and very Moscow is a very big town. I very love you. Ой, I very love Moscow. Okay, that's all? Все? Okay. So, Elena, can you tell us about your hometown? Yes. I live in Lithuania. And this is No, hometown. You was born in Lithuania. Ты родилась в Литве? Yes. Как сказать родилась? I was born in In Lithuania, in Klaipėda. Klaipėda, как сказать, рядом с Балтийским морем. Klaipėda is located, is located near to the Baltic Sea. Да.
The city was was 100 а как сказать в 1918 году? In 1918. 1918. This is a small city. I like Клайпеда. Что ты хотел сказать? Вот. I like Клайпеда. Нет, до вот small city и. Все больше не, ну да. Не, если перевести не можешь, давай. Ладно. Я родилась в Клайпеде. Да, это было. Клайпеда рядом с Балтийским морем. И Клайпеда была основана в 1918 году. Окей, that's all. Все, что знаешь? Да. Ой. Ну ладно, хорошо. Матвей? I was born in Kishinev. It is located in central Moldova. The city was founded 1435. Back then is hosted to be a major trading hub. People from all over the country come to Kishinev. How it was a population of как сказать 700 тысяч человек. Population, население? Да. The population of Kishinev is 700,000 people. 700. 700,000. 700 countries. People. No, I love Kishinev. Все. Еще you can travel by bus and by trolley. Okay. Все. And Максим. Так. Can you tell us about your hometown? I can, только я не подготавливался. Я даже не знаю, что рассказать. Нет, просто про свой родной город. Название, когда был основан, если знаешь, конечно. Население, чем он известен, транспорт там. Все, что знаешь. Если перевод проблем будут, я помогу. I live in Moscow.
Могу сейчас, конечно, в интернете посмотреть. Если не знаешь, когда был основан город или население, то можешь посмотреть. А можешь придумать? Ну да. Не, ну, конечно, лучше правду сказать. Так, ну, 1147 года. Какой город? Какой год еще раз? 1947. А... Ой, не 900, а нет, 1147. The name of the city, имя города. Москва. А, the Moscow was found in... The Moscow was found in... В каком году? 1147. In 1147 year. Seven. Как? 47. 1147. Можно еще вот так сказать. 1147. Окей. Еще что-нибудь про Москву? Да, you can write in another country by car, plane. You can так. Вы можете пойти в разные города, поехать. Нет, из Москвы вы можете поехать в разные города? Да. From Moscow you can go to any cities. Any cities. Yes. It's all вот, все. Это все было. Все, что о Москве знаешь? Ну, я еще много знаю, я просто забыл. Я много где был, я много знаю, только я забываю все время. А так я уже где-то 7 лет живу в ней. Намного, но уже забыл. Окей. I was born in Tashkent. Maybe you know, maybe you don't know this city. It is a capital city of Uzbekistan. This is my hometown. I've been living here all my life. It is capital city of Uzbekistan. My city was founded in 1865, but it was mentioned in last era. So I really love my town. In Tashkent, there is a lot of transportation, such as buses, taxi, cars, and actually even underground. It is located in the north. Northeast of Uzbekistan, and it is one of the biggest cities in the whole country.
So do anybody know this city or no? Кто-нибудь знает город или нет? Yes, I know. Yes? Да. Okay. So now we have... Samarkand. А? I was in Samarkand. Oh, great. И как? This is a very beautiful town, a very history... Very beautiful. Yeah. This is great to hear. I also was in Samarkand twice. So now we have like 20 minutes to play. So we can play Hangman or Animal Mastery. What shall we choose? Stop. Animal Mastery or Hangman? Hangman. Hangman? No. Yeah. Hangman. Ну, давайте Hangman. Да, но мы не Hangman долго уже играем, а есть что-то другое. Animal Master, давайте тогда. А, нет, давайте Hangman лучше, правда, я не знаю, что это Animal, что-то. Давайте Hangman. Есть еще помимо этих двух игр Vocabulary Game. Я просто никогда не играл, может, правда, Hangman? Давайте Hangman. Давайте Hangman, окей. Okay. So, let's choose today subjects, school subjects. Who wants to start? M. No, no, not M. Я же О говорю, я О сказал. О? О. А кто я сказал? B. B. No. A. Yes. Давай, продолжай. Continue. E. Continue. R. Continue. Географи. Географи. Ура, я отгадал. Так. Арт. Арт. Да, арт. Мы это проходили. А, да? Да. Ты вот забыл уже. Ну, окей, тогда давайте другой снять выберем. Что мы еще не проходили? Garden? Music. Music. Garden. Music. Нет, только не music. Я не знаю, даже ноту ни одну. А тут не ноты, тут инструмент. А, я все равно их не знаю. Давайте кто за музыку в руку? Два. Все. А кто за гарден? Тоже два. Два. А, три даже. А, нет, два. А, нет, один. Давайте тогда... Или два. Гарден. Гарден? Два и два. Я просто убрал руку. Ну, тут и там два человека, и тут два человека. Непонятно. Кто у нас не голосовал? Давайте выберите. Давайте вы с администратором проголосуете. А, ну, мне вообще было бы... Я бы выбрал Гарден, потому что мы еще не проходили его, но если большинство за музыку, хотя тут тоже мы не проходили ее. Так, ну, у нас тут просто 2-2. Ну, давайте выберем тогда... Давайте Гарден.
Who wants to start? R. R? Yeah. No. B. No. A. A. No. O. Давайте все гласные, все уже. U. Все, I, E, E. Давай. C. C. Окей. Okay. L. L. Yes. K. Нет, тут K, мне кажется, не будет. Ну ладно, давайте K. No. N. N. No. P. Мы сейчас проиграем. P. P. Это поле чудес. Пять. У тебя буква есть? М? Буква. Три. Давайте Л. P. B. B. P. P. No. M. Давайте, мне кажется, будет. М. М. Yes. No. С. 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 Давай, С. Я верю в это. Все, давайте нам учить. Ди. Слайд. Ди. Горка. Next. Все гласные, давайте B. Сразу. B. Yes, B. Bench. Да, bench. E. Да? Да. Да, bench. Next. One. Все гласные, давайте, все. A. A. Yes, continue. И давайте и I O U. Так. M M M. Вот. M. No. K. L. L и K. Давайте L и K. M. M. Ну давайте. А был звук. А у нас нету M. H. H. No. Давайте T. T. Roundabout. No. А, нет, не похоже. Так. L. L. Mountain. А нет, mountain. Mountain. Ну N есть, но это не M тут. Это же Fontaine. Fontaine. Да, фонтейн, фонтан. Next. This one. Эйп сразу возьмем. Все, давайте сразу без заморочек все гласные сделаем. Ну тогда неинтересно будет. Да, давайте не будем все гласные брать. И. F. No. F. F? Да. Yes. Flag. Flag. Next. Martin. N. No. R. Ай, давайте Mountain попробуем. М. Нет. Mountain же не подойдет. F, давайте F. F? Да. Yes. О, W. W. W? Да. Yes. B? No. Давайте О,
Давайте all. Yes. C, A, P, I. Давайте I. Yes. I. Сначала Марсел. Кто F. говорит вообще? I. I? Да. Да, I. R. R. O. Fireworks. Да. Yes. Fireworks. Салют. Next. Эй, эй. А, нет, подождите. Да, эй. Car. Car? Не знаю, по-моему, нет. Было бы слишком предсказуемо. Бар? Давайте фар. Мне тоже кажется, что фар. Нет. Нет. Я говорю бар. Бар. Вот что обычно используют во дворе? И в огороде вообще? Лопатку. Ну, близко из инструментов. Ножницы. When you cut the tree, когда нужно дерево разрезать, распилить. Пила. Пила, да. А как пила будет? Не знаю. Хорошо, подсказка. Вот глагол видеть. Как будет? See. А в прошедшем времени? So. А как это пишется? S-V, наверное. A-W. S-A-W. S-A-W, да? Да. Ну вот, и тут то же самое. Так. So. Next. A. A. No. E. No. Одна вот. R. 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 No. S. Yes. G. 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 Yes. Swing. Swing. Что это у нас на русском? Как будет? Это как там? Качели. Окей. Okay. Да, next one. Эй. Нет. Вот и есть. Эй. Б. Л. Л. Б. T. T. M. 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 No. C. Yes. No. No. K. Что тут? Букет. Что за слово? Букет. Баскет. Бакет. Баскет. Букет. Next one. The last one. M. M. No. A. Я говорю M. А N? Нет. B? B? Yes. No. O. I. O, I. Нету, все только I. K. Shit. Давайте кей. H, H, H. Кей нет.
Шит. Элла. Элла? Не, если бы сел, две бы. Шет? Шет. Шет. Да, шет. Сарай. И последний. Last one. Эй. No. И. Вот есть. L. L. T. T. No. Есть загадки, любая буква. Классных нет. M. M. No. Вот эти буквы. C. C. Yes. S. P. Fence. Не fancy, а fence. А урок закончился, да? Ну, еще у нас 3 минуты есть. Мы же не успеем. Начнем. Мы... Давайте numbers. Yeah. Numbers? Hangman numbers. Yes. А, тут в Hangman, что ли? Да. Ну, это легко, наверное, совсем будет. Ну, тогда. У нас мало времени. Ну, давайте, ладно. Three. Four. Four. Ну, three давайте все. Four. 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 Next one. Three. Three. Yes. No. Three по-другому пишется. Тут мало букв. Five. Nine. Nine. Нине. Да, Нине. Next one. Three. Да, three. One. Да, логично. А, нет. Ten. Ten, да. Yes. Я говорю, это слишком легко, но... В принципе, у нас 2 минуты. Так у нас мало времени. Да. А, уже минута. Все, сейчас. Ого. 12. А, нет, 12. Да, 12. 11, нет. 15. Миллион. Миллион? No. Эй. 18? Нет. А, да, похоже, что 18. Да, 18. Последнее, скорее всего. Вот и есть. Ну, все. Окей. Thank you for the lesson. Thank you for the lesson. Goodbye. Goodbye.